Вирологи всех стран. Поздравляю вас. Наш голос был услышан. И не где-нибудь, а прямо в Организации Объединенных Наций. Совсем недавно мы поделились с вами исключительной аналитикой. Хамас начал резню в Израиле, чтобы отвлечь внимание. Вот СВО. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И вот представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан практически слово в слово повторяет наши выводы. Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал в ответ на комментарий представителя России: «Россия извращенным образом использует нацистскую террористическую атаку Хамас, чтобы отвлечь внимание всего мира от своего вторжения на Украину». Дается нам, что такая важная шишка, как бывший депутат Кнессета, бывший министр по охране окружающей среды, бывший министр связи, бывший министр внутренних дел, бывший министр внутренней безопасности, бывший министр стратегического планирования, посол Израиля в США, а также постпред Израиля в ООН, который недавно призывал перестать финансировать свое место работы. Я думаю, что сегодня каждая честная страна должна отказаться от финансирования ООН. Вот он-то знает, что говорит. Или нет? Или нет?